Итак, привет всем, с вами снова я, Зазепа, и это опять Operation Undead. Будем сидеть, пытаться побеждать до победного конца. Как видите, я закрыл ссылочку, и ничего у меня, собственно говоря, не сохранилось. Ну и фиг с ним. Так, сразу размещаем сюда что-нибудь против жмуриков. Хотя нафига я это делаю? Вот самый нормальный вариант. Арту сразу поставить. Она их разрывает просто. Можно было бы ЕМС первого снести. Да. Если вы, короче, первый раз играете в эту игру, короче, ставьте просто сразу артиллерию. До этого я допер не сразу, но раза с третьего точно допер. Пока он там фармится. Можно подождать. Так, еще на арту надо поставить одну. Вот так вот. Идет кострел. Все, подумаю, может все-таки музыку включить. Хотя мне могут засудить за это. Ладно. Так, зомбятинка. Так, может их сразу приглашать сюда как-то побольше. Так. Давайте уже пригласим их. О, бронированный засранец идет. Ну, в принципе, он для арты не проблема. Как видите, артиллерия даже здесь рулит. Так, прокачка стоит 50. Там такой буратос появляется. Вместо хумеля. Так, они прошли. Но не все дойдут. Арта работает на отлично. Так, уже можно прокачать. Вот. Вот так вот. Так, ну еще одну акточку поставим. Сюда акточку. Не, сюда замедлялку надо поставить. Вот так вот. И сюда замедлялочку, чтобы вообще вдвойне было. Вообще идеально было бы вроде как сюда замедлялку ставить. Он будет по двум местам работать. Так. Зато будет время сообразить, да? Пока жмульки прут. Я ж против авиации не поставил. Точно, точно. Ладно, пока мы это отложим, мухобойку поставим. Будем ее сразу улучшать. Мухобоечку нашу. Тоже полетит. Не, наверное, это мы снесем сразу даже. Ну нафиг. Ладно, один про... Не, один... Лишь половина его прорвалась. Так, авиацию. В смысле, какую авиацию? Артиллерию ставим. Хай она решает наши проблемы. Так, тебя прокачаем мы. Бабах. Все, нету его. Так, теперь тебя прокачаем. Лучше бы что-нибудь бронебойное поставил вместо 3-4, но и так вроде нормально. У них хотя бы башня быстро ворочается, может там. Ну хоть немного дамага понакидать. Хотя бы вот так вот. Угу. А
Так, ну прокачаем уже до конца, что мы тут вообще ползли как новорожденные. Так, вот тебе 50 надо, да? Отлично. Так, два мотоциклиста. Но это не проблема. Для арты. Снимает их на ура. А вот и первый самолет. Сразу прокачаем нашу зенитку. Зениточку нашу. Родненькую. Текс. Так, это походу волна такая, знаете, из самолетов будет. Прошу прощения, заболел немного. Как видите, на изичах. Та-дам, победа. Продолжить. Сразу вторая миссия. Так, здесь мы ставим побольше. Блин. Арты надо ставить побольше. Опять же. Так, ну давайте, запускайте окаянных. Еще. Супер. Супер, супер, супер ход. Так, ну, наверное, сразу уже надо будет зениточку какую-нибудь ставить. Здесь мы замедлялку поставим. А здесь зенитку. И здесь, наверное, зенитку поставим. Хотя, вроде одна должна справляться хорошо. Так, арты побольше. Арты побольше нам. Чтоб не расслаблялись. И сюда акточку. Давай, родненькую. Заберите вы его уже. Замечательно. Так, ну теперь надо прокачкой заниматься. И желательно сначала мухобойки. Вот так вот. Пока один самолет летит. Это пока один самолет летит. Потом, может, наверное, даже вторая зенитка потребуется. Ну, ладно, уже тебя прокачаю. Не очень хорошо, наверное, я разместил ту зенитку. Наверное, будет как-нибудь сюда ее перенести. Ну да, что и требовалось доказать. Так, зенитка, иди. Покури пока. Сюда зенитку. Зенитку улучшаем. Зенитку еще раз улучшаем. Замечательно. А то она просто не весь радиус обхватывает. И, в общем, нехорошо это.
Так, прокачиваем срочно Арту. Так, вот ее надо будет еще качнуть. Ну, зомби пока дальше этого поворота не проходят. Так, тебя прокачаем. И вот тебя надо будет прокачать еще. Хотя бы. Так, отлично. Ну, с мотоциклом даже не топовая рта справляется на ура. Воу-воу. Что-то вы распоясались. Так. Ну, зенитка справляется даже одна. Только ей надо добкой пайком все время пичкать. Да, поперли, ребята. Замечательно. Давай до соточки. Вот так вот. Сразу до 95. Так. Ну, до паёк уже не надо. Да этому тоже, походу. Просто разнесли их. Так, я так понимаю, все на тебя надо кидать, да? Ну хотя бы ладно, хотя бы вот так. Не, вот эту надо. Она их вроде как встречает там. Не, походу потребуется еще одна зениточка нам. Поражение. Ладно, не проблема. Мы переиграем это еще раз. Так, ладно, с зенитками пока не буду извращаться так особо много. Где бы поставить? Давайте здесь поставим еще одну арту. Так, все, давайте запускайте жмуров. Еще запускаете. Жалко, за это серебра не дают, только опыта. Который, в принципе, тут не нужен даже. Так, здесь зениточку поставим. А здесь акточку поставим. Блин, чё ж вы так разогнались, а? Так, ну давай, сними его ваншотом. Отлично. Отлично просто. Давай, братосик. Я в тебя верю. Ай, ладно, один проскочил уже. Давайте хотя бы расслабитесь немного.
Так, надо больше арты ставить, больше арты. А то что это за дела такие? Так, срочная заморозка. Давайте, 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 работайте. За что я вам деньги плачу? Нам, походу, задница. Да, слишком мало, наверное, арты я размещал. Слишком много смотрел. Хотя не факт. Не факт еще. Так, отлично. Наконец-то. Можем от них отбиваться. Нормально. Тебя прокачаем. То что ж вы не мрете так, как надо. У нас 4 жизни, не осталось бонусов. Так, вот это уже плохо. Один, походу, прорвется. Даже не один, наверное. Ага, у нас уже 2 жизни. Все, 1 жизнь. 1 жизнь! Срочно пихаем в них доп пойти. Быстрее, 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 быстрее. Замечательно. Так, наверное, надо было какую-нибудь замедлялку поставить вот здесь, вместо этой арты. Но, блин, ее и так мало, этой артиллерии. И так еле справляемся. Ну, если вы настаиваете. Так, вот сюда надо что-нибудь побольше поставить. Если бы сейчас самые крепкие проезжают. Отлично. Ну, про авиацию, я думаю, уже беспокоиться вот даже вообще не стоит. Они и так неплохо себя показывают. Поражение. Долетели все-таки гады. Ладно. Последняя попытка. Последняя попытка. Мы должны ее... Замечательно. Так, сюда. Где еще нужно? Вот сюда нужно. Вот сюда нужно. И... Не, вот сюда не нужно уже. Так, запускайте жмыгов. Так, вот здесь вот не нужно. Сюда можно поставить авиаудар и...
Ну, пока нам одного хватит, да? Можно, в принципе, бабаху поставить. Хотя смысл от нее. Так, сюда еще хумель поставим. Ну, как видите, игра выполнена на лучших старинных традициях, то есть хрен пройдешь, но нет ничего невозможного, да? Сняли. Поставим уже сразу баратосов, чтоб накидывать так по-нормальному. Надо будет задуматься о вопросе еще одной мухобойки. Ее улучшение. Сюда мы можем поставить вообще грязевик какой-нибудь. А сюда артиллерию. Вот так вот. Ну, чтоб они особо не летели. Топ, понимаешь ли. Так, это все. Давайте следующих запускайте. Это зря я, наверное, выделываюсь так. А может и нет. Отлично. Так, вот ее надо прокачать вообще-то, по хорошему счету. Или вот эту. Нет, давайте уже зениточку прокачаем. Потом. Давай, 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 налупливай их. Давай, никто пройти не должен. Отлично. Подожди, а что-то у меня ноль жизни. Что-то у меня нолик. Это что, типа, одно попадание и все, и... Кондец, да? Не, мы этого не допустим. Мы этого не допустим. А, 8-0. Ладно. Нас прорывают потиху. Ставим большую бабаху. Большую такую солидную бабаху. Так, срочно зенитки улучшаем. Что-то я уже побаиваюсь этих самолетов. Что здесь каких кораблей еще нету. Хотя какие здесь корабли? Интересно, третий уровень кто-нибудь еще прошел, нет? Это последний уровень, да? Третий.
А то третий как не пытался, так и не прошел. Так, вот тебя улучшим. Бабаху нашу. Чемодономет. Челомедведа свин. Так. Земледерка у нас на максимуме. Подкормим пайком. Тебя тоже паёчком. По сосочкам. Блин, столько авиации пролетает. Ну, боже мой, зачем я две штуки поставил? Что, вас три надо, что ли? Ладно, ребята, на этом серию, пожалуй, завершим. Я даже не знаю, каким образом, каким чудом вообще мне получилось это пройти уровень. В общем, с вами был Зазепа, всего хорошего, удачи, подписываемся на канал обязательно, и пока.